Нахожусь на Брайтон Бич 3-2-1 в магазине. Зашел в магазин, здесь очень много русских, вот, и встретил человека в очень благостном месте. Здрасте, как вас зовут? Владимир. Владимир, Владимир, сколько вы здесь в Соединенных Штатах? 25 лет. Ну как вам? Очень нравится. Здорово. А мне нравится везде, потому что там, где Кришна, там мне нравится, а Кришна везде. У вас, я вот увидел, храм Кришны вы сделали, да, на втором этаже? Да, мы очень любим его. Да. А преданных много здесь? Так можно сказать, что человек 50, наверное. Понятно. Вон то утром у вас и киртан проходит, да? По субботам. По раз. Субботам, раз, да? Вы были, и как раз он был. А просад вкусный? Ну, то, что от Всевышнего, все вкусно. А вы хотели вот что-то... А, да, я написал стишочек Кришне, и он мне ответил. А, значит, я ему: «О, Кришна, о, любовь моя, как же я люблю тебя! Ты свет, ты солнце, ты луна, ты счастье и любовь моя. С тобой встаю, с тобой ложусь, с тобой я целый день тружусь. Ты дал мне радость и покой, любимый вдохновитель мой. Но главное, ты дал любовь, ведь без любви я был бы мертв. О, Кришна, о, любовь моя, с тобой я вместе навсегда». Он мне ответил: «Сыночек, о, любовь моя, как же я люблю тебя. Я папа всех людей на свете, я в сердце каждого из вас. Любить меня, любить друг друга, вот в жизни главное для вас. Любовь – основа мироздания, любовь – основа бытия. Только любовь приносит счастье и знание, что рядом я». Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо. Спасибо.